Пивососки. Сегодня хочу посмотреть с вами и показать вам вот этот интересный пивасик. Хугарден. Да? Хугарден. Хугарден вид бланш. Но, естественно, не оригинальный, а тот, который доступен в наших магазинах масс-маркета. Это производство, российское производство. Лицензиат. Лицензионное производство. Хугарден вид бланш. Original Belgian Wheat Beer. Что сразу хочу сказать. На полках наших магазинов он представлен как пивной напиток. Что бы это могло значить? Да ничего, кроме нашего кривого законодательства. Согласно нашему законодательству, в пиве должно быть представлено максимум 3 вкуса. Солод, хмель и пшеница. Если что-то свыше, это уже пивной напиток. То есть не оригинальный вкус, это уже вкусно в фоне пива, пивной вкус, пивной напиток. Да, а в Хугарден добавлено у нас, помимо всего прочего, естественно, вода, сол пивоваренный, ячмень, пшеница, кориандр, кожура апельсина, яблочный пектин, хмель и хмелепродукты. Понимаете, что кориандр, яблочный пектин, что бы это ни значило, и цедра апельсина. Излишне это? Я думаю, что да. Потому что я знаю, что в настоящем бельгийском Хугарден, Хугарден это бельгийское пиво, кстати, изначально. Хугарден это деревушка недалеко от Брюсселя. Минут 40, наверное, езды максимум там. Вот. Именно там возникла пивоварня Хугарден, которая практиковалась на светлом белом пиве. Ну, так получилось, что в свое время она сгорела дотла. Полностью выгорела вообще. И, так сказать, мощности и рецепты этой компании перекупила Стелла Артуа. Печально известная нам бельгийская пивоварня массовая. Но сам рецепт именно такого белого лимонно-желтого пива существует до сих пор. Конечно, сильно видоизмененным. Ну что ж, хватит болтать. Приступим к делу. Стакан. Баночка Хугарден. Кстати, баночка Хугарден была куплена в магазинчике недалеко от меня по акции. Всего за 52 рубля. Но это разовая акция. Реально она стоит где-то в районе сотки. То есть, в принципе, Хугарден это пиво за сотку. Ну, вот уже видно, да? То, что такой лимонный, желто-лимонный цвет. Приятный. Сразу мы настраиваемся на что? На лимонный вкус. И правильно. Пшеничка с кориандром и яблочным каким-то экстрактом дает именно ощущение лимончика. Кисленький такой, кисленький вкус. Ну-ка на запах. Ну, аромат типичной пшенички. Да, такая бельгийская крепкая пшеничка. Не вызывает никаких неприятных ощущений. Очень положительный аромат. Хорошо. Да. Именно пшеничный пиво. Кисловатенькое. С приятненьким вкусом. В аромате. Ощущается, да, такой фруктовость, банановость, лимонность. Ну, не зря же его назвали пивным напитком.
Возможно, что это не пиво вовсе, а какой-то напиток пивной. Но нет, это именно пиво. И пиво очень неплохое. Ну, с удовольствием. Вот сейчас я сделал большой глоток первый. Вот прям очень с удовольствием я его сделал. Мне хочется продолжить. Я так и сделал. Пиво очень питкое. Стороночка никаких там не ощущаю, никаких там носков, мокрых тряпочек, очень стержный, хороший, именно такой аромат, послевкусие приятное, именно такой фруктовое послевкусие. Тут хороший напиток, именно как пиво, очень даже ставлю лайк. В данном случае у нас это, кстати, Фолгарден Вит Бланш. Мы с вами уже, по-моему, говорили, да, про бланши. Здесь будет видео. Мы пробовали вариант бланш от Волковской пивоварни. Бланш де Мозаик. Не сказать, что сильно пересекаются, но да, нотки присутствуют. И там тоже есть кориандр. Там тоже пиво очень приятное, но приятное немножечко по-другому. Здесь оно более кислое. Здесь все-таки более пшеничное пиво. У бельгийцев вообще отдельный взгляд на пивасы. Взять тот же самый трипель, квадрипель. Мощно. Это вам не какие-нибудь там французы. Это бельгийцы. Хороший пивас. Иногда, так, конечно, не каждый день, но походочку, жаркий денечек, вот сесть с таким холодненьким пивом, тихонечко потягивать его, очень приличное количество может уйти, очень питкое, хорошее. Ну, что могу еще добавить? Пиво – это самый демократичный напиток. Не требует ничего от вас. Купили пивасика и пьете как угодно, где угодно, с кем угодно, подо что угодно. Ничто от вас не требуется. Получайте удовольствие. Можно смешивать разные пивасы. Не имею в виду в одном бокале, а пробовать одно друг за другом. Ничего страшного не будет. Пиво это очень демократичный напиток. И Хугарден один из лучших представителей. Да, бельгийские сорта пива одни из лучших, как я считаю. Ребят, пивосос попробовал. Вам не обязательно. Но если уж будете пробуйте хорошие сорта пиваса. Не ведитесь на всякую чушь, акции и прочее. Если уверены, что хорошее пиво, берите, вы получите удовольствие. Но это не значит, что не надо экспериментировать. Экспериментируйте, ищите. Кто ищет, тот и обрящет. Удачи вам. Здесь видосы, здесь подписки.